Играем? Выпрями спинку обязательно. Говорят, Бог создавал этот мир 7 дней. Сколько же дней понадобится дизайнеру парка развлечений для того, чтобы создать такой же, только веселый? На этот вопрос ответит приглашенный из Европы эксперт Кристина Паленая. Существует два пути. Первый – эскиз концепта, развертка стен в масштабе, консультация у инженеров и архитекторов, затем долгое воплощение. Второй – посадите гриб, присыпьте волшебной пыльцой, оставьте на ночь, и к утру парк разрастется, как опята на гнилом пне. Это многое объясняет. Большое спасибо. Всегда пожалуйста.